что не стоит делать в Испании с вот такой купюрой. То есть это купюра в 500 евро. Что с ней не стоит делать? Ну, во-первых, с ней не нужно идти в банк. Эти купюры, они не ходят в Испании. То есть в Испании вообще очень редко ходят купюры в 500 и 200 евро. Соответственно, если вы приходите с ними в банк и кладете такие купюры на счет, ну, банкомат у вас их точно не примет. Если вы кладете их на счет, то сотрудник банка обязан сообщить об этом в налоговую. И где-то через 3-5 лет к вам придет налоговая с письмом, с уведомлением о том, чтобы вы уточнили, откуда у вас там 3-5 лет назад была вот такая купюра. Что еще не стоит делать? Если вы идете и меняете ее где-нибудь там, скажем, в Крифуре или в Меркадоне, не стоит предъявлять своих скидочных карт. Почему? Потому что, опять же, если вы предъявляете свои скидочные карты, то тогда данная купюра привязывается к вашему НИИ, а, соответственно, вся информация автоматически уходит в налоговую. И по той же схеме через 3-5 лет, заметьте, не сразу, к вам придет налоговая и, соответственно, спросит, откуда у вас эти деньги были там 3-5 лет назад. И вы должны будете предоставить декларацию, переведенную на испанский язык, о том, что у вас были вот эти деньги, о том, что вам дали эти деньги такие-то, такие-то люди за такую-то, такую-то работу или за то-то, то-то, то-то. Так что, друзья мои, купюра в 500 евро – это хорошо, но не всегда.